В Омске прошли соревнования открытого чемпионата и первенства по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, зрения, нарушением интеллекта и слуха. Два дня пловцы состязались в бассейне 55-й школы «Дельфин». Омская паралимпийская школа по плаванию – одна из сильнейших в стране. А мячи всегда в числе первых на российских соревнованиях и в десятке лучших на международной арене. Воспитанник школы, участник чемпионата Европы по плаванию Александр Макаров уже заслужил звание мастера спорта России. И сегодня он лишь улучшает свои результаты. По словам Александра, плавание для него – это вся жизнь. Оно мне дает уверенность в себе, силу. Ну и вообще, как бы, плавание – это же здоровый вид спорта. Для здоровья тоже полезно. Для одного из участников соревнований Максима Давыдова все еще только начинается. Плаванием занимается 8 лет, а вот высокие результаты начал показывать только сейчас. Сегодня ему удалось выполнить кандидата мастера спорта. Очень долго работал, очень хотелось. Очень доволен, что наконец-то выполнил. Планирую стать чемпионом и попасть в сборную. Хочется очень. На плавательной дорожке конкуренцию мячам составили спортсмены Челябинской области и Республики Казахстан. Несмотря на амбиции и приличный состав соперников, во всех дисциплинах победили мячи. 38 золотых и 30 бронзовых медалей. Это, конечно, хорошо для нас, но как бы вот не очень хочется обижать гостей. Но тем не менее это спорт, и поэтому тут побеждает сильнейший. Соревнования были отборочными, и теперь сильнейшие представят Омскую область на Кубке России по плаванию, который пройдет с 8 по 12 декабря в Дзержинске. Свои участия на главных стартах страны уже подтвердили Татьяна Субботина, Елизавета Сидоренко, Владислав Сафонов и Алексей Фоменков.